Торпедо Владимир в последнем матче сезона обыграл Луки Энергия со счетом 2-1, благодаря чему завоевало первое место в группе 2Б первенства России ФНЛ-2. Победу удалось достигнуть при большой поддержке фанатов, приехавших поболеть в владимирский клуб «Великие Луки» Псковской области. Решающий мяч с пенальти забил форвард владимирцев Никита Андреев. Эта победа для Торпедо стала 7-й в 8 последних матчах. Лишь одно поражение смазало практически идеальную статистику черно-белых во второй части сезона. За отличные результаты команда, по всей видимости, во многом благодарна тренеру Александру Горбачеву, очевидно вдохнувшего новую жизнь в владимирский футбол своими идеями. До его прихода в коллектив черно-белые долгое время числились среди аутсайдеров турнира.